Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Уничтожить. Ладно, 56 пока нормально, на самом деле, мне хватает. Поистину, еще один прекрасный день в истории империи. Служу человечеству. Служба Бегаем. Объединяет нас. Без страха, следуйте за мной. Ну, то, что я, конечно, косячу, это я даже спорить не буду. Вперед! Вот, начинают здесь орки еще наступать. Ребятам, конечно, сложновато. Так. Безделье плодит ересь. Император покинул нас. Мне, наверное, надо все-таки дредноутов создавать по боли. Или танк-хищник. Храмину усовершенствование. Священный покой. Мы избраны императором. Да, лорд. Где ты там? Да, повелитель. Так, нет, стоп. Священный покой. Схема строительства 721 запущена. Еще потом построил. А, все, да? Окей. Врача! Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Мы имперская страна. Поистину, время доказать, еще один что прекрасный день в истории империи. Я не подведу. Вера и долг. Я поведу вас в мир. Попробуем сейчас сверху просто их уничтожить. По моему слову, в атаку. Хвала императору. Видимо, у меня это сверху не особо получится сделать. Хвала императору! По моему слову, в атаку! Моя рука не дрогнет. Ну и сейчас этому отряду достанется. Познает смысл слова страх. Ой, ему сейчас больно будет. Моя вера защитит меня. И будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Мои же ребята-то ушли. И получается, что вот этот отряд, он здесь один, что я всех сделать? Вот этих воинов. У меня, конечно, войска посильнее, я улучшил их полностью, как только вообще мог. Во имя императора! Но этого мало, будем честны. Моя рука не дрогнет. Поистину, еще один прекрасный день. Где в истории вы там, империи. Ребят? Мы готовы к испытанию. Что я должен сделать? Вот что-то им нравится вот это вот. Будьте осторожны, братья. Странная хренотень. Вот эта точка им очень нравится, не знаю почему. Так. Приказ иерарха. Ожидаю приказаний. Оружие к бою готово. Все-таки где же у меня еще один отряд, который вроде бы был, а вроде мы бы готовы. И нету. Ладно. Страх повергает веру. Делаем усовершенствование. Сегодня враг познает смысл слова страх. Но выбора особого нету. Пытаемся просто уничтожить. Космодесант, вперед! Моя рука не дрогнет. Подождем! Следуйте за мной! Во славу ордена! Так, еще раз смещаемся немножко, чтобы тот, более кто хорошо воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Я поведу вас в битву. Встают, я не встаю. Понял. Не атакуют. Служу человечеству. Следуйте за меня мной. Немножко напрягает вот за такие моменты. Служба ему объединяет нас. Так, отлично. Следуйте за мной. Отсюда нам уже ничего не придет. Во славу ордена. Вот мне нет, да, здесь прохода нету. Да? Во славу это императора. Сюда вот сходим. Да, увидим. Там еще тем временем наступают орки опять. Они нас императоры. Бешеный отряд такой. Мы исправимся, я знаю. Сумасшедшие ребята. Тяжелое вооружение к бою готово.
Так, везде по три, по три, да. Броня полностью экипирована. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Космодесант. Давайте, ребят, наступаем. Во славу императора. Я не хочу часовые миссии. Вера и долг. Я не подведу. Вера и долг. Вера и долг. Вера и долг. Понял. Вера и долг. Я не подведу. Так. Что-то прям тут столько войск, что ужас. Враг атакует! Одним словом, эту точку они нам не отдадут, видимо. Я здесь для того, чтобы служить. Так. Да, мой командир. Атакуем. Идите к ним, что ж ты эту хрень, она меня достала уже. Что у нас здесь может защиту прокачать и улучшить оружие? Здесь наконец-то танки хищник можно построить. Есть, все. Ребята, тащим. Сейчас танки хищник будут готовы. Космодесант, вперед! Подождем! Я не подведу. Приказ принят. Приказ танками принят. Хищник мне вообще. Космодесант, вперед! Правда, есть там еще более сильные танки, но. Вера и долг. Служу человечеству. Не имеет, так сказать, особого значения. Я не подведу. Я не подведу. Так, вот. Техпортал. Космодесант. Которым разрабатывают техника. То есть как раз то место, откуда на нас будут всякие там танки. Скульптор. Во имя императора. Один бежит такой на нас, я типа вас убью. Ха-ха-ха-ха. Так, позволяет проводить исследования, улучшения и прочее. Хрень. Моя тоже рука не дрогнет. Я, к сожалению, очень плохо знаю ильдаровских ильдаровскую технику. Да, о великолепный. Не могу по этому поводу ничего такого особого сказать, но я жду вашего приказа. Стараюсь сделать по стандарту все. Так, космодесантников 190 единиц. Надо. Хищник стал в строй. Хищник ждет приказа. Вооружить. Так, а почему же ты да, все-таки великолепный. Не можешь. А, 495, потому что. Ну да, логично. Ожидаю приказаний. Логично в таком виде. Что я должен сделать? Так, давайте за землю дальше. Вера и долг. Понял. За землю! Наверх пойдем. Следуйте за мной. Раз за землю! Никто не наступил. По славу императора! Не наступал. По моему слову, будет, в атаку! За императора! Служу. Потихоньку продвигаемся. Вообще в идеале надо уничтожить и ильдаров, и орков. Моя рука не дрогнет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Во имя императора! По моему слову, в атаку! Ой-ой-ой-ой. Чую, нам здесь будет больно, ребят. Чую, будет очень-очень очень больно. До тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Постараемся выжить. Хвала императору! Я надеюсь, что у нас получится выжить. Кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Хищник стал в строй! Да, все, мы выживем. Хвала здесь императору! Так, что я могу сделать на данный момент здесь? Хищник ждет приказа! Выдвигаемся! Так, мощный лазерный оружие, бла-бла-бла-бла-бла. Больше урон, тощий по сравнению со стандартной. Так, радиус действия, эффект против боевых машин и зданий. Врача! Враг атакует! Отправьте нас на врага! Отходим чуть-чуть приказ назад. Приказ принят! Хвала императору! Этот отряд у нас я прям выведу вас. Следуйте за мной. Моя вера Чали защитит меня. Так, начинаем. Следуйте опять за мной. Наступать. Моя рука не дрогнет. Первую часть. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Отступаем. Без страха. Сегодня отлично. Враг познает смысл слова страх. Выносим вторую часть. Я поведу. Выносим, естественно, вот этот вот термогенератор. Моя
Вера защитит меня. Чем меньше у льда расстроение, тем нам уже лучше и проще. По сути, наша задача сводится к одному, к уничтожению... Перегруппироваться! Эльдаров на этой планете. Не будет мира до тех пор, пока враги Императора так отравляют воздух своим захватим дыханием. Это дело. Нам еще надо... Враг атакует! Мы Имперская Стража. Время доказать, что это так. Так, тут уже... Готовы. Разбили, я так смотрю. Мы готовы наших кидаем друзей, значит, нам Хищник нужно им помочь. Император покинул нас. Мы готовы. Потому что против шкворов, конечно, не особо много людей есть. Хищник готов к бою. Мы выполняем его волю. Сейчас мы этим шкворам даем. Полюля. Хищник готов к бою. Используем 26. Смерть доставлена. Так. Ну. И. Хищник ждет приказа. Отвозим. Дух машины готов к изданию. С двух сторон еще нападают. Подвигаемся. Задница здесь творится. Будет исполнено. Ой, еще и сзади, да ё-моё, что ж такое? Да. Пропустил я момент этого нападения. Выдвигаемся. Мы готовы к изданиям. Используем 23-е построение. Так, вот этого хищника бы отсюда, конечно, увести по-хорошему. Но... Хищник готов к бою! Ладно. Страх повергает веру. Хищник ждет приказа. Ваше расположение. Приближаюсь к цели. В данном случае главное его просто... Как прикажете. Чинить. Так, а где наши... Да, строители, чинители? Моя цель — служение. Вера — наш щит. Так. У нас откуда-то снизу наступают. Во имя Императора! Снизу у них где-то есть база. Вот прибыл ваше расположение. И сверху у них есть где-то база. Без страха! Во славу Ордена! Во славу Императора! Следуйте за мной! Хищник готов к бою! Да, о великолепный. Какой-то кривой хищник, на мой взгляд. Ну ладно. Хищник, что приказано? Враг атакует! Во имя Императора! Все, видите, пошла такая стрёмная заваруха. Постоянно на каждом фронте идет оборона, атака. И как-то все быстро не получается сделать. Скорость — это не мой конек, особенно. Не, медленное такое, вдумчивое продвижение. Иногда, конечно, наглое, быстрое тоже бывает, но... В основном не будет мира до тех пор, пока враги Императора отравляют воздух своим дыханием. Дружочек, куда ж ты там один полетел? Выдвигаемся. Так. Ожидаю приказаний. Бойтесь нашего гнева. Встаю. Хищник ждет приказа. Куда ты там летишь? Вооружение к бою готово. Слушаюсь. Ступай, ё-моё. Так точно. Вот, все, отлично. Хищник, не даем им захватить. В атаку! Потому что это будет совсем нагло. Используем 23-е захватение. Да. Броня полностью экипирована. Мы готовы к изданиям. Вера наш щит. Объявляем атаку. Хищник, что у меня такое ощущение, что я здесь сольюсь таким образом. Отступайте, перегруппироваться! Проблема драться с нами. Перегруппировываемся! Поистину, еще один прекрасный день в истории так, Империи. Так, и здесь опять у меня идет атака. Что ж такое? По моему слову, давайте, отступайте, ребят, не даем им. Я поведу вас. Расслабиться.
Моя рука не дрогнет. Что у нас здесь? Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Хищник готов к бою! Хищник готов к бою! Распинались-то, а? Так. Бойтесь нашего дела! Мы заняли позицию! Тяжелое вооружение к бою готово. Что там нас атакует? Простое задание. Еще гребаные Ильдары. Что ж такое-то? Тяжелое вооружение к бою готово. Ворень, Ильдары, да ё-моё. Слушаюсь, сэр. Я уже прям в шоке. Да, мой командир. Серьезно. Дух Лемона рад. Хищник готов к бою. Сколько ужасно. Хищник готов к бою! Хищник готов к бою! Хищник готов к бою! Так, что там, Шкворень умер, нет? Умер. Хищник готов к бою! Хищник ждет приказа! Да, мой командир! Здесь вроде все более-менее тихо, ладно, вступаем здесь. Но это жесть. Моя рука не дрогнет. Понял. Служу человечеству. Во славу ордена приказ принят. Во славу так, надо ордена. От орков избавляться. Во славу потому ордена. Что они напрягают довольно сильно. Чужак. Куда? Береги их. Берегись. В вашем распоряжении. К точке сбора. Орки сильно-сильно напрягают. Наша вера поддерживает нас. Их надо серьезно быстро избавляться. Так что храни у нас, нас император. Я здесь для того, чтобы служить. Отряд. Быстрей. Хватайтесь, кто может. Надо поистину. Так, еще тоже что-то ребят покоцали сильно. Я не подведу. Местный сегодня враг познает смысл слова страх. Что я должен сделать? Построиться. Понял. Надо завершить начатое. По моему слову, в атаку повоюет со мной плечом к плечу. Уничтожаем. Следуйте за мной. Мы их не за удержим. Императора служу человечеству. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Или я так думаю, от орков нам не получится, наоборот, избавиться, фиг его знает. Так, вот сначала от этих убиваемся. В атаку, враг близко. Те, космодесант, вперед! Моя рука не дрогнет. Лорд, тягу! Космодесант, вперед! Так, там снизу пока вроде все нормально. Императора. Быстро-быстро надо наступать, захватывать, потому что иначе там такая жесть начнется. Это будет мама не горит. Так, отступайте сюда, что вы стоите? Что угодно. Атакуем противника. Хищник готов к бою. Отлично, конечно, то, что у нас танк хилится и все такое, но мы продолжаем наступление. Мутант, еретик, берегись. Нас расстреливают. Космодесант, вперед. По моему слову, в атаку. Моя вера защитит меня. Я поведу вас в битву. Обнаружена стратегическая позиция. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Что вам угодно? Приготовиться к атаке! Я здесь для того, чтобы служить. Схема строительства 721 запущена. Ладно, пока все нормально. Ожидаю приказаний. Подождем! Опять отряду достанется. Я так,
Ладно. Сегодня враг познает смысл слова страх. Наступаем. Приказ принят. Моя рука не дрогнет. Давайте сразу. Мам, вы... По моему слову, в атаку! Ближе. Космодесант, сразу вперед! Минус два. Давайте. Космодесант, вперед! Вы справитесь, я пока на этом фронте. Хищник готов к бою! Так, нас здесь добили. Мы готовы к испытаниям. Одного из десятников. Мы готовы к испытаниям. Хищник, готов! Что мне сделает отряд из двух человек? Я не понимаю просто. Ужас. Хищник ждет приказа. Нас не остановить. Хвала императору. Космодесант, вперед. Понял. Космодесант, опять длинная миссия. Вперед. Подождем. Причем на нас там нападают где-то сзади. Космодесант. Вперед! Понятно. Моя рука не дрогнет. Люди, существа и прочее. Во славу ордена, служба ему. Продолжаем вступать. Моя рука не дрогнет. Хищник ждет приказа! Атакуем согласно. Играю, кстати, я не помню, по-моему, на сложном уровне. Броня полностью экипирована. Я жду вашего приказа. Сложности. Иногда немного напрягаться приходится. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Не будет мира до тех пор, пока все? Враги императора отравляют точно воздух все? Своим дыханием. Да, здесь все. Без страха, вера отлично. И долг. Так, захватываем. Следуйте счет. За мной. Да, ребята, я понимаю, что медленно, скорее всего, все это происходит, дело. Хищник ждет приказа! Бойтесь нашего дела к испытаниям. Приходится пока вот хищник так вот. Хищник ждет приказа! Будет так. Исполнено. Чё тут за борзота вообще собралась? Нас расстреливают! Ну, вовремя. Хищник ждет приказа! Очень вовремя. Мы попали под плотный огонь противника. Здесь для того, чтобы служить. Броня полностью куда ты все время решаешься там уехать, ё-моё? Поистину, еще один прекрасный день в истории. Так, давайте снимаем. Во славу ордена, во славу императора. Продолжаем проходить куда-нибудь в эту сторону. Во славу ордена. Потому что есть вероятность, что где-то орки либо отсюда наступают, либо как-то так. Ладно, не знаю, давайте посмотрим, в атаку я поведу вас. Пока просто. Ох, как он хорошо их там отбросил, да? Бам! Все, главное не забывать скиллы периодически еще использовать. Будет вообще все супер. Так вот, да, вот здесь вот орки пришли, но... Безделье плодит ересь! Ну, с ними как-то довольно неплохо, я так смотрю, расправляются. Дух Лемона раз со с нами. Так, еще вот эту фигню оборудую. Опа-на! А вот такого я не ожидал, конечно. Вперед! Вот тягу! Нас не остановить! Так, ну помогайте своим союзникам. Хвала императору! Не будет мира до тех пор, пока враги императора... Вот их друзей раздалбывают, они стоят рядом, смотрят. Ой, ребята. Сегодня враг поражает смысл слова страх. За императора, по моему слову, ладно. В атаку. Так. Сегодня враг познает. По идее, теперь у нас за императора. Нет проблем за императора. С ударами на этой части. Да, лорд, подчиняюсь. Хищник готов к бою! Да, мой командир. Так, вот этот маленький отрядец. Я отправлен на захват от этой точки. Она мне уже очень давно нужна. А вот этот отрядец. Хвала императору. Я не подведу. Сюда. Это вот так. Мне еще нужен как минимум один. Хищник готов к бою! Прокачанный танк. Мы выполняем его волю. Прокачанный танк у меня на данный момент один. Че, 4. Ух, мама дорогая, 455 необходимой энергии. Надо было уже давно энергию прокачать, наверное.
А нет, смотрите-ка, у меня еще есть. Атакуют. Приближаюсь к цели. Враг будет уничтожен. Будьте бдительны. Нас не остановить. Отправьте нас на врага. Ну, отлично, то, что я прокачал. Страх повергает веру. Отступить немножко поможет. Безделье владит делом. Враг будет уничтожен. Ой, ребят, убегайте. Выдвигаемся. Приказ понят. Лучше пусть и не танк режут, чем вас. Перегруппировываемся. Потому что танку-то в целом пофигу. Безделье ребят, не пофигу. Моя ближе. Вера защитит быстренько меня. Быстренько продвигаемся. Хищник готов к бою! Хищник готов к бою! Собственно, откуда эти ребята вылезли? Хищник ждет приказа! Я так и не понял. Хищник готов к бою! Что вот здесь тяжелое за фигня? Вооружение к бою творится, готово. Я тоже пока не догоняю, с кем там они сражаются. Что угодно! Что угодно. Хищник готов к бою. Позиция захвачена. Не будет мира до ждем тех пор, приезда танка. Отравляют воздух своим дыханием. После чего идем в атаку. Так, ну и на всякий случай отправим сюда вот своих людей. Так, дух здесь Лемона что? Раса с нами. В целом все нормально, да? Пойдем. Есть! Приготовиться к атаке! Пройдемся чуть-чуть вперед, посмотрим, что там есть интересного. Найдем нашего я здесь для того, верного чтобы работника. Тяжелое вооружение к бою посмотрим, готово. Посмотрим, с кем же он все-таки бился. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Походу... Будьте бдительны, братья! Выдвигаемся! Ой-о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 й-
Дух Лемона Расса с нами. Приготовиться к атаке. Отступим. Пригруппироваться. Да, он великолепный. Нас расстреливают! Дух Лемона Расса с нами. Тем временем у нас вот здесь можно начинать наступление. Так, ребята тут уже успели побить. Я вроде бы включал до этого. Я поведу вас в битву. Танки тоже шли в бой. По моему слову, в атаку. Упа. Космодесант. Вперед. Я не подведу. По моему слову, в атаку. Моя рука не дрогнет. Страх повергает веру. Кто-то заряд назад. Хищник готов к бою. За императора. Я поведу вас в битву. Нас во славу императора! В общем, надеюсь, что будет все отлично. Отступить и перегруппироваться. Так, здесь страх меня повергает веру. Приказ принят. Перегруппировываемся. Здесь у меня тоже все, мама, не горюй. Обратно в бой и перегруппироваться. Ожидаю приказаний. Перегруппировываемся. Приготовься. Просто бейте. Я полностью экипирован. Мы готовы к испытаниям. Назад! Вот он, кстати, заглючил. Это хорошо. Безделье владит ею. Безделье владит. Хищник готов к бою! За землю! Враг за землю! Моя рука не дрогнет. Я поведу вас. Хищник готов к бою! Боевой дух взвода восстановлен. Вперед! Моя рука не дрогнет. Даем ему шансы опомниться. Хищник готов к бою! По моему слову, в атаку! По моему слову, в атаку! За землю! Ой, на мину нарвался. Я поведу вас. Ой, на мину нарвался. Без страха! Понял. Космодесант, вперед! Я поведу вас. Больно, больно. Да.
Несмотря на то, что у меня довольно мощная техника в целом, да, то есть вы видите, что это было крайне неразумно. Приходится мне довольно. Да, я не спорю, как бы тут еще много моего личного косяка, скажем так. Хищник готов к бою! Я поведу вас в битву. Мы избраны императором. Хищник готов к бою! Без страха. Проходите, не стойте, человечество. Не стойте. Берегите вас. Без страха. Хищник готов к бою! Боевой дух взвода. Единственное, как я уже не раз говорил, да, меня все-таки напрягает немножко ИИ. Да, лорд. Потому что он довольно тупой местами. Нас на врага. Нас не остановить. Я потерял своего танка. Почти потерял весь свой вот этот отряд. Видите, полумертвый. Во имя императора! Обратно в бой! Во имя императора! Космодесант, вперед! Ну, давайте, ребят, я вас верю. Близко. Моя рука не дрогнет. Я поведу вас. Шикарно проходим. Чужа. Давайте. Мутант, еретик, направьте нас на врага. Так, а здесь вообще у нас война эльдаров против орков и против нас. Выдвигаемся. Отходим под башню. Безделье плодит ересь. Безделье плодит ересь. Это точно. Чужак, мутант. Так, что же мы здесь вообще нашли-то? Берегись! Во славу императора! Что по моему слову, в атаку! По задачам, что у нас? Найдите место раскопок, уничтожьте базы Эльдара, уничтожьте Звездные Врата. Это дополнительно. Космодесант, вперед! Я поведу вас в битву. Моя рука не дрогнет. Служба ему объединяет вот нас. И все. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока, удачи, я вам предоставляю ролик. Мы все еще находим заряды, которые эльдары установили здесь. Но пока не решаемся их разминировать. Единственное, что нам удалось, отключить детонаторы чужих. Это все, что мы можем сделать с этой инопланетной технологией. Это была ловушка? Нет. Похоже, что они старались взорвать это место с целью похоронить маяк и всех, кто бы ни находился рядом с ним. Но им не удалось. Изидор, исследуй маяк и выясни, куда он указывает. Капитан, прибыл инквизитор Тот. Он просто обязан был появиться. Ну что ж, капитан, зрелище впечатляет. Но если вы помните, я никогда не утверждал, что хаос не высаживался на этой планете. Я лишь отметил, что варп-шторм уничтожит эту угрозу. И будет лучше, если мы не разделим их судьбу. И как я вам уже сказал, инквизитор, кровавые вороны останутся на Тартарусе до последней минуты. Так что оставшиеся 2-3 дня я планирую посвятить решению этой проблемы. Капитан, я не ставлю под сомнение ваше право распоряжаться кровавыми воронами. Но что касается участия имперской стражи в вашем мероприятии... В моем мероприятии? Вы снова обвиняете меня в преследовании личных интересов. Это мой долг, равно как и ваш, уничтожать любые признаки ереси, насаждаемой хаосом. Вы превышаете свои полномочия. Как и вы, инквизитор. Люди полковника не просто имперская стража. Их жизни принадлежат императору, и согласно его воле я использую их против сил хаоса. В битве они обретут сияние славы. Теперь я вижу, что мое присутствие здесь оказалось ошибкой. Если вы встали на путь, который приведет вас к уничтожению, я ничего не могу сделать, чтобы остановить вас. Но я не позволю вам всех утянуть за собой. Властью данной мне инквизиции планета Тартарус переходит под мой контроль. Все запросы на распоряжение планетарными ресурсами и вооруженной поддержкой должны быть согласованы со мной. Капитан,
С этого момента вы и ваши люди предоставлены сами себе.